Okay. Так. Ну, где вы там? Оп. Раз, два. Ну, давай. Та-дам! Хрен там. Ну, че вы? Вы же оба из Китая, ну, договоритесь как-то между собой, ну. Че вы, как эти-то? Давайте, даю вам второй шанс, и не янь. Давайте. Опа! Что такое, а? Марина, Маришечка, Мариночка, Маринсулин, спасай. Чего приперся, Горохов? Беда у меня, катастрофа. Что случилось? До 11 в магазин не успел? Наоборот, перестраховался. Рано слишком сходил. Какой сейчас год? С добрым утром, жидкий терминатор. Утром? Блин. Это что, я Новый год пропустил, что ли? Блин, все забыл, ничего не помню. Как будто в твоей жизни есть что-то незабываемое. Все равно обидно. Это что получается, весь следующий год я просплю, что ли? Да ничего ты не проспал, 15 минут еще до Нового года. Вот, Маринка, а ты зачем сейчас про утро сказала? Умеешь ты вот интригу повесить, да. В смысле? Ну зачем ты про утро сказала? Чтобы надежду мне дать, да? Ну типа, если я вдруг тебе свататься приду, ты такая, нет, конечно, приходи завтра. А что ты, свататься ко мне собрался, что ли? Не, ну Маринка, ты так-то не наседай. Я пока просто присматриваюсь, варианты сравниваю. И что там у тебя за варианты? Или я, или Цирос? Ну, так-то есть еще Катька почтальонша. Да, Катька-то замужем. Ну, сравнивать-то это не мешает. Горохов, что ты приперся, а? Пришел сказать, что ты в финале. Пойдем в клуб Новый год встречать, там все собрались уже. За ним определим победительницу конкурса. Никуда я с тобой, Горохов, не пойду. Марина! Маринуся! Маринелла! Ну ты что, обиделась, что ли? Ну ты сама напросилась. Ха. Богиня, это тебе. А на столе на новогоднем жирная еда. Жирная грудинка, да шпроты с коньяком. Но зато есть витамины у Маринки под пальтом. Витамины С и Д у Маринки под пальтом. Привет, Марипунцель. Че, выбрасывай волосы, потащу тебя за них в клуб. Горохов, знаешь что? Че? Вот жили бы мы с тобой в какой-нибудь Швеции. Тебя бы уже давным-давно за домогательство упекли. Да жили бы мы с тобой в Швеции, я бы между тобой почтальонша не выбирал. Конечно, давай. Давай еще Горохова с собой позови. Пол деревни уже собрал. Какой рви, в каждый дом нос свой засунул. Со своим воздушно-капельным выхлопом. Ничего страшного, один Новый год можно не попить. Новый год не потому приходит, что ты пьешь, а совсем наоборот. А, вспоминают, дружки тебя вспоминают, потеряли. Все, наверное, в клубе собрались. Весь алкопас сложился. Только двух деталей не хватает. Тебя до Горохова. Конечно, это я во всем виновата, да? Злобная Гримза весь вечер испортила. Не надо только со мной спорить, наговорил уже сегодня. Пошли уже. Болтаешь весь вечер без умолку, не заткнуть тебя. Отвяжи, только не устал, да не отсох. Вот это любовь, да, Маринка? Не дай бог такую. Это еще они не женаты.
Он ей никак предложение сделать не может. Не успевает. Ну, это самое, Мариэль, а что скажешь на мое предложение? Какое предложение? Да я уже тебе 5 минут говорю, пойдем в клуб, там Новый год все встречают, собрались. Горохов, ну что вот мы там будем делать, а? Тем более с тобой вдвоем. В смысле? Марифродита? Сядем, обнимемся. Будем ждать обращения. Ты быстрее-то обратишься. Кому? Никому, а в кого? В животное, как обычно. Это я могу. Вот тебе какое животное, Маринка, нравится? На. Ну, фламинго. И чё? Пиу! Трах тебе дох, Маринка. Исполнено. Все. Все, Маринка, теперь у тебя по двору собственный фламинго ходить будет. А будешь по утрам розовый омлет из фламинговых яиц кушать. Господи, Горохов, ну какая из тебя фламинго, ну? Дитя заката. На. Еще тебе придумал только что. А лезут люди в ипотеку, кучерява жить. А чтоб участок прикупить и построить дом, ну, а мне милей участок у Маринки под пальтом. Следовать бы местность у Маринки под пальтом. А? Ой, дурак ты, Горохов. Спасибо. А? Вон еще один дурак бежит, Витька ПП. Па-па-па. Привет, Витёк. Ага. А, да все в клубе собрались, мы знаем. Ага. Брагу несёшь. Ага. С наступающим! Да! Давай. Давай. Да. Как ты его понимаешь вообще? Блин, ну ты видел у нас сотовую связь в посёлке. Мы только же так и разговариваем. П-п-б-б. Алло, алло, Марина. Ну ты реально думаешь дольше, чем Витька ПП. Давай, собирайся, пойдем в клуб. 5 минут осталось до Нового года. Господи, ну и беги за своим Витькой. Быстрее сообразите там на двоих. Зря ты. Я тебе в клубе же хотел подарок сделать. Ты, подарок от тебя? Звучит как угроза. 100% полезный. Полезный? Да. И что там, рыбий жир? Фамилию хотел свою подарить. Горохов, уж лучше рыбий жир. Маринка, а что ты выкобениваешься? Тебе же вот в наступающем году последний раз паспорт меняй. Давай, чтобы хоть не просто по возрасту. С такими подарками иди к своей почтальонше, понятно? Марина, это нормальный подарок. Тебе до конца жизни хватит. Если ухаживать нормально. А не нужны мне больше деньги, слова и почет. А жизнь моя никчемная пусть горит огнем. Если вдруг ничего не будет у Маринки под пальтом. Если вместо сердца камень у Маринки, а под пальто! Ну и ладно. О. Погрел. На, выпей, согрейся. Марика, реально минута осталась, но не успеем же в клуб. Ты дурак, реально, не понимаешь? Успеем. Горохов, я с тобой вдвоем хотела Новый год встретить. О! Вот
Вот что же вы, женщины, не люди-то такие? Вам, чтобы мужика согреть, надо сначала, чтобы он все себе отморозил, а? Пойдем в дом. Грудинка остывает. Сейчас мы подогреем грудинку. Маринка, пальто у тебя какое обалденное. Да пуховик деревня. Пуховик!